Привет, друзья! Сегодня я вам покажу вот этот кактус-плод. Называется кактус-опунция садовая, уличная, ну, индийская была. У нас на Украине она тоже растет. Можно выращивать в квартире и можно выращивать в саду. Она выдерживает мороз минус 10. Но обязательно нужна очень солнечная сторона. Без солнца оно практически вообще не растет. Вот. И это я сейчас разрежу и попытаюсь укоренять не сегментами, ушками, как их называют, сегменты, зеленые ушки эти растения, а попробую вот семечками и вот этим вот нижним окончанием тоже попробую ради эксперимента, как его так выращивать. Вот. На улице я покажу его в другом видео, как оно растет. И что еще можно сказать? Есть два вида у нас на Украине, я видела, два вида садовой опунции. Есть с красивыми красными цветами, такие розовые, малиновые, такие розовые цвета самого цветка. А есть вот эта желтая опунция. Желтая опунция, она практически, тут вот есть мелкие такие, очень мелкие иголочки. Конечно, в кожу втыкиваются, печет. А у вот этого красивого розовой опунции с розовыми цветками, там, конечно, очень большие, страшно большие иглы, поэтому я его на огороде у себя не посадила. У меня только с желтыми цветами.